Всем привет. Вот хочу вам показать то, что я видел на улицах хорошего такого городка под названием Прага. У меня было времени много перед экскурсией. Я решил пройтись и увидел, что вот одной из улиц вот ребята занимаются такими делами. То есть просто стоит каморфная печь, по-моему, она так называется, и люди выдувают из стекла различные предметы. Это просто очень интересно, занимательно, я хочу вам показать. Вот, там было очень такой, я бы сказал, почти мастер-класс, как это все делать. Вот, народ сидел на лавочках, а специалисты, прямо это все происходит на улице, вот занимались такими делами. Вот посмотрите сами. Достаточно такое занятное зрелище. Ну, там огонь все всегда привлекает. То в этом огне варится стекло. Вот, видимо, это будет, наверное, какой-то цветок. Я, честно говоря, даже не знал, что ножницами можно что-то сделать с расплавленным стеклом. Ну, вот такие штучки-дрючки. Тык-дык-дык-дык-дык-дык. Народ фотографирует. Это просто проходят люди, кому не интересно. Ну, мне, в общем, все интересно. Я любитель посмотреть, что-то поснимать. Давайте смотреть. А вот в результате получилась вот так, такая вот акула получилась. Видите? Вот так вот. Всем пока, всем привет. Это была Прага. Репортаж с улицы Праги. Пока.